Это рабочий Иван с автомойки. Присмотритесь к нему. Отчего же он в шоке? Отчего его шланг так обильно течет? На Азино 777 сорвал он джекпот. А это стриптиз-работница НАТО. Мужчина, она любит азартных, богатых. В гости она сегодня придет к Ивану, который сорвал джекпот. И Ваня, стриптиз-работницы НАТО уедут на тачке богатой куда-то. И так повезет в этой жизни лишь тем, кто шпилит на Азино 777. А это лицензия, что есть на сайте. Так что не бойтесь, а просто играйте. Здесь бонусов куча и каждому шанс выиграть крупную сумму за раз. Управление кинематографии, Министерство прессы, печати и радио, кинематографии и телевидения. Пекинская телевизионная компания USUNA, Pan Asia Visual Art Media, Fortune L Asia Pacific Entertainment и Locala Pictures представляют. Сайт Азино 777 и получи 777 рублей на игровой счет. Фильм USUNA. Лэн Чэн. Итак, кто наступил на рожок? Thank you.
вечера. Постой. А я тоже так могу. Брэд, так ты улучшил кунг-фу стального кулака? В сравнении с твоим, все равно ерунда. Ты действительно так думаешь? Для дебютанта ты неплох. Учитель наш хорошо поживает? Все еще сердится? А ты на него? Учитель пришел за мной. Учитель, прости меня! Я больше не стану воровать железные ботинки! Здесь нет места негодяям вроде тебя. Все, уходи. Учитель! Я мечтаю выучить кунг-фу железной ноги! Не заслужил. Почему? Почему я не заслужил? Почему заслужил? Почему? Почему? Господин Фу. Я рассказал все, что знал. Не убивайте меня. Господин, что случилось? Судьба предателя. Тщетная смерть. Ты меня понял?
Простите, вы должны оставить оружие. Прошу. Брэд, все телохранители моей компании лучшие в своем деле. Прямо как ты. Босс, господин Ли. Это все ваши люди? Я найму этого. Брэд, я знаю твою кунг-фу хорошо, но мир изменился. Если возникнут проблемы, обращайся ко мне. И будь осмотрителен. Еще не забыл заповеди железного стиля? Защитник полностью предан хозяину. Я пойду? Брэд. Больше ничего сказать не хочешь? Нет. Ладно, иди. Чего? Ты знаешь, почему я тебя выбрал? Я тебя спас. Есть еще одна причина, важнее этой. Ты простой человек. Свали! Черт, брат, брат! Отпусти! Стой! Фэй-фэй! Сгинь! Проблемы нужны! Езжай в участок. Извините, абонент в данное время недоступен. Сколько бы он ни заплатил, я заплачу вдвое. Только уйди. Ты же не хочешь меня разозлить? Знаешь, что это? Палец дрогнет, отправишься в Райнарфи играть. А я тебе говорю, если я разозлюсь, даже от замерзнет. Да и быть моим телохранителем опасно. Надо постоянно от пули уклоняться. Сколько у тебя жизни в запасе, а? Герой, ты откуда такой? Удэньшань, Эмэйшань, Шаолинь, я куплю тебе билет обратно на твою гору. Город — опасное место. Возвращайся. Тебе лучше будет. Прикид а-ля Рэмбо вовсе не делает тебя телохранителем. Ты знаешь, кто я?
Ли Фэй Фэй, дочь самой богатой семьи Ланчена. Родилась 15 марта 91-го. 1,169 м. Первая группа крови. Рыба. Характер испорчена, безрассудно, упрямо, дерзка и властна. Талантов нет. Хобби – покупки, покупки, покупки. Ты дурак? Параметры 32, 27, 35. Но глядя на тебя, вижу, ты преувеличила. Ты действительно такой гад? Ты мне нравишься, так что нравлюсь я тебе или нет, я буду все время рядом. А если мне надо в душ? Боюсь, в мои обязанности помывка не входит. Ты телохранитель и не умеешь водить машину? Наверное, в плаще жарко. Дорога там. Не лапай! Дерьмо, а ну стой! А ну стой! Черт, ты че ржешь? Тебе что, не нравится? А ну сюда! Ты чего, а? Ты мне принадлежишь с ног до головы! Привет! Это он попросил. Я ее не знаю. А ну вернись! Помоги! А ну стой, дрянь! Девка, стой! Тебе меня не жаль? Извинись, помогу. Девка, стой! Стой! Герой! Прости меня! А ну стоять! Дрянь! Знаешь, ты лучше мне не мешай разобраться с этой тварью. Это ведь не твое дело. Отпусти! Отпусти! Пусти, кому говорят! Скажи еще раз. Брат, не отпускай меня. Прости меня! Слишком большой. Боюсь, не влезет. Видишь, какой он? Зверь просто. Зверь. А по-моему, герой. Таша. Thank you.
Знаешь, зачем я держу этого тигра? Он напоминает, что люди во власти судьбы. Господин, не волнуйтесь, у меня все под контролем. Я могу пойти против судьбы? Господин, человек, хозяин судьбы. Поставь бокал. Вине. Ты кто такая? Госпожа Ли, вы чем-то недовольны? Хорошее ведь вино. Вы всегда такое пьете? Все в порядке. 80-й год. Вино просрочено. Крестьянин, невежда, такой позор. Видите, его больше не желаю. Отпусти, засранец. Отпусти, помогите. Отпусти. Прости. Руки убери, иди, иди отсюда. Тебя мать не учила женщин уважать? Ты не слышишь? Оглох нахер! Проблемы нужны? Помоги! Помоги! Его.
Как ты узнал, что официантка подставная? Изучая кунг-фу. Ты также оттачиваешь внимание. Хотя они и переоделись официантами, но привычки и движения у них остались те же. Засранец! Отпусти! Я не знала, что ты такой знаток. У отца много врагов? Я не знаю. Но телохранители у меня с самого детства. Так что они мне уже надоели. Но ты неплохо. И ты бы казался получше, если бы оделся приличнее. У отца целая куча костюмов. Выбирай любовь. Мне нравится моя одежда. Ты прям как мой отец. Твой отец тебя любит. Тебе не пора тренироваться? Ты нашему боссу точно сын родной. Надеюсь, ты его не разочаруешь. Ты в мои дела не лезь. Своими занимайся. Босс хочет, чтобы ты помнил. Успех требует жертв. С рождения идеальное тело. Ты будто рожден практиковать железный стиль. Я оставлю тебе технику 108 ударов ногами. Используй ее во благо. Скажи, люди могут меняться? Ты разве не изменился? Я изменился вместе с миром. Посмотри. Раньше это был крупнейший металлургический завод. Но скоро он станет штабом моей компании. Отсюда дух железного стиля распространится по всему Ланченю. С завтрашнего дня
Охранять дочь Чили не нужно. Хорошо. А почему? Не задавай вопросы. Ты должен просто подчиняться. Прости, но я не могу. Ты в нее влюбился, что ли? Защитник во всем предан своему заказчику и подчиняется только ему. Ты молод, мира не знаешь. Все не так просто, как ты думаешь. Мы братья, не держи от меня секреты. Ты же не раскрываешь секрет железных ботинок. Брат. Довольно. Учитель отдал ботинки тебе. Что обсуждать? У меня серьезные планы. Не мешай хоть ты. Ты реально готов жертвовать другими? Да. Успех требует жертв. Учитель всегда говорил, что у тебя врожденный талант. Так теперь у тебя есть шанс доказать, что он был прав. Ногами. Больше не братья. Ты мне теперь никто. Успех требует жертв. Не злись на папу. Успех требует жертв. Что-то не так? Так мой отец в опасности? Сейчас только ясно, что ты в опасности. А что нам делать? Может, заявить в полицию? Я кому-то нужна, очень влиятельная. Позвони в полицию, нас сдадут. Нам нужно затаиться и не высовываться. Здесь мы подождем твоего отца. Он знает, что делать. Зарубите его! Yeah!
развиваться. Хочешь на меня работать? Черт побери! Конечно, хочу! Тебе больше не придется отбирать еду собак. Я знаю, это сложный выбор. Но мы не можем пойти против босса. Эй! Почему ботинки такие большие? Тяжелые? 25 кило. Каждый. Недавно ты их носишь? 8 лет. И будешь всю жизнь носить? 10 лет. Потом можно снять. 10 лет? Научи меня кунг-фу. Если заплатишь. Правда? Эй, эй! Очнись. И сердце не бьется. У тебя сердце не билось? У меня сердце с другой стороны. А дыхание? Я его просто задержал. Должен быть предан хозяину. Фумань. Езжай в участок. 15 лет назад я убил твою жену. С тех пор я ожидал твоего предательства. Но мне было интересно, как ты его обставишь. Ты столько компромата на меня собрал. Что тебе нужно? Ты умрешь. Что ты мне можешь дать? Но я хочу, чтобы ты видел смерть своей дочери. Не смей ее трогать! А ну иди сюда! Последние 20 лет я один держал весь Лэнчен. Потому что я мог пожертвовать любым. Убей меня! Убей! Меня! Уберите его. Не сможешь ты. Это сделает Шрам. Ты знаешь, почему я тебя выбрал? Ты простой человек. Если я не вернусь, прошу, передай это дочке. Неважно, насколько она твердолоба, продолжай ее защищать. Ты можешь это пообещать? Обещаю защищать до последнего. Я знаю, в сердце ты хранишь тайну. Если не хочешь раскрыть ее, я тебя принуждать не стану. Ты главное помни.
Ненависть порождает лишь большую ненависть. И не верь в предначертание. Твоя судьба лишь в твоих руках. Босс, мы нашли их на побережье. Вы пока еще не уровня У. Это я точно скажу. Нужен другой план. За ними!
Ah!
добьюсь чего-нибудь. Я вернусь к тебе и к учителю. Thank you.
Фэй, ты повзрослела, а папа состарился. Мне сказали, у меня рак. Рак кишечника 4-й стадии. Жить мне осталось мало. И я, прежде чем уйти, хочу призвать к ответу убийцу твоей матери. Но я не хочу тебя во все это вмешивать. Я уже устроил тебе учебу во Франции. Надеюсь, что ты сможешь жить мирной и счастливой жизнью. Очень надеюсь. Покажу технику 108 ударов ногами. Жди меня.
Молодой человек, я не ожидала, что тебе хватит смелости прийти сюда. Смерти не боишься? Успех требует жертв, не так ли? Кто ты? Молодой волк, брошенный старым волком. Смотри! Столько лет прошло. Как ты поживал? Каждую ночь мне снился один и тот же кошмар. А тебе? Не тревожься. Почему еще ты в Лончене? На тебе все охотятся. Что там с поставкой? Полиция ее перехватила. Я сам такого от них не ожидал. Я сам известил полицию. Ты! Ты мог сдать полиции меня. Но зачем подставлять мою жену? Ты слишком много знаешь. Полиции я тебя не отдам. Нет, моей дочери всего 6. Как же она без мамы? Ты, твоя жена и Фэй-Фэй, все трое. Либо одна твоя жена. Выбирай. Босс, твой сын и Фэй-Фэй в беде. Бежим. Сына чудовищно. Его ци так сильно, что подавляет всех окружающих его. Твоя жена умерла при его рождении. И с тех пор у тебя все не так. Источник всех несчастий – твой сын. У всех в мире есть предначертание. Твоя судьба в твоем сыне. Он чудовище. И он погубит тебя. Успех требует жертв. Не вздумай меня искать в следующей жизни. Отлично. Ты такой упорный, но как ты выжил? Ты сбросил родного сына с вершины утеса. Почему ты так жесток? Не будь я жесток, стал бы ты так силен. А? Я тренировался, потому что ждал этого дня. Я не знал, что мир так мал. И мы встретимся так скоро. Я жил в тени 15 лет, избегая всех врагов. Но я не смог избежать своей судьбы. И раз небеса привели тебя ко мне, то покажи, насколько ты стал хорош. Сын. Покажи старику, так ли ты быстр, чтобы обогнуть пулю. И ты меня предал. Я позволил тебе помочь основать мою компанию, потому что я хотел продвигать железный стиль. Я не ожидал, что в итоге стану твоим вышибалой. Все эти годы я подчинялся, чтобы расплатиться с тобой за еду и кровь. Но когда ты заставил меня похоронить брата, мой долг был выплачен. Всю жизнь я мечтал выучить технику 108 ударов ногами. Брат, пожалуйста, покажи мне технику железной ноги. Thank you.
Почему учитель был так пристрастен? Всегда считал себя обиженным судьбой. Но твоя судьба куда хуже. Всем, что я сотворил, я заслужил такой конец. Ты должен жить и хранить железный стиль. Смотри на меня так. В этом мире выживают лишь сильнейшие. У тебя есть сильная воля. Если мы объединимся, мы будем неуязвимы. Найди сайт Азино 777 и получи 777 рублей на игровой счет. Ты что, забыл, что у чудовищ сердце справа? Да, ты точно мой сын. Ты еще коварнее, чем я. Родившись, ты убил маму. Затем учителя и брата. А теперь моя очередь. Я прятался 15 лет. Но не смог скрыться от тебя. Такие, как ты, не должны жить на белом свете. Так давай, убей меня. И все, что у меня есть, станет твоим. Я тебя не убью. Я не стану таким же чудовищем, как ты. Я своей судьбы не избегу. И ты тоже. Однажды ты станешь таким же, как и я. У каждого свое предначертание. Папа, я уезжаю. Все эти годы я вела себя плохо. И не понимала этого. Но теперь я повзрослела. И теперь я могу позаботиться о себе.
отец. Я не стану таким, как ты. Ты в мире видел лишь тьму. Но я вижу свет. И надежду, что он несет. Сценарист и режиссер Юэ Сун. Конец.